Мы живем в частном доме, и я подозреваю, что у жены какие-то отношения с нашим соседом, с Тимофеем. Он такой человек, постоянно делает какие-то нам гадости. И то он жёг пластмассу вонючую, так чтобы дым шел к нам, то по пьяни сломал забор. Правда, он починил его, но все равно мы как бы постоянно ругаемся. И у меня такое подозрение, что он специально провоцирует мою жену на эти отношения, чтобы как бы сделать нам гадость. Тварь, паскуда! Валентина, на! Забери свои туфли!